Они – самые опасные наемники в мире. В их жизни лишь один единственный смысл – война. Они всегда хранят верность, но только друг другу. Бросайте оружие! Беру четырех слева. Двоих справа, остальных оставь мне. Ты уже не такой быстрый. Начинается. Быстрее меня только. Свет. Точно. Посмотрим. Есть три задания. Первые два как пальцы об асфальт, а третья прогулка в ад. Работаем на агентство? Сначала осмотрим остров. Вам нужно знать одно. Работа серьезная, деньги огромные. Поручите дело моему другу, он обожает развлекаться в джунглях, верно? Да. Постарел, бедняга. Задание, от которого все отказались? Это наш связной. Прошу, господа. Всех, кто оказывает сопротивление, убивают. Туда нам и дорога. Превратиться в миссию... Что, если вы сможете помочь? Сомневаюсь, мы уезжаем. Которую никто не ждал. Что здесь не так? Все. Нас мало, мы плохо вооружены. Перестреляют, как гусей. Вот-вот, у них там армия, у нас 4,5 калеки. Ничего смешного. Этим летом... Нелегко было с тобой дружить. Они пожертвуют всем. Мы должны истребить американскую заразу. Ради возможности... Я с самого начала говорил, наша жизнь немногого стоит. Изменить историю. Народ переживает тяжелые времена, но нужно верить в спасение. Ты не поверишь, что может произойти через 10 секунд. Чё с тобой? Задницу надрали. Стэтап. Ли. Рур. Лунгрен. Остин. Кутюр. И Сталлоне. Расход. Охренел, что ли? Чуть не убил меня! Да не за что! Летом в кинотеатрах. Кто-то против?